Я у вас фотограф. А, слышишь из меня? Это какой у нас уже пятый звонок? Я надеюсь, опоздающие еще нас догонят. А я приветствую вас, дорогие гости нашего санатория. На нашем домашнем концерте споем вместе в кругу друзей. И сейчас перед вами выступят участники клуба самодеятельной песни Ленинградского кораблестроительного института. Итак, встречаем. Я еще не приглашал никого. Мы на самом деле, все, кто здесь стоит, они участники этого самого клуба самодеятельной песни, которого уже в этом году исполнилось 45 лет. И когда мы выступаем перед молодыми студентами, говорим 45 лет, они говорят, боже мой, сколько же им, да? Вот. Все выпускники Королёвки. Больше того, среди зрителей и болящих сегодняшних, да, есть выздоравливающих, есть Корабелов. А Василий Александрович Сапожников, который сделал сегодня всем объявление, мы все дружно пришли, он просто почетный член. Да. Наипочетнейший. Наипочетнейший, да. Почетный член, а не почетный преподаватель военно-морской кафедры. А ныне он уже в этом году 40 лет, да, вот здесь там в один шлюпочный поход. Командир. Не просто так, а командир. Вот. Надеюсь, что мы не помешаем обеду, который, вернее, ужину, который состоится после нашего концерта. И те песни, и те эмоции, которые мы хотели вам принести, они добавят вам сока желудочного, и все это переварится. Да, и все начнет лучше перевариваться. Ну, на Диона Светлана Владимировна здесь. Да, говорит, приезжайте, что-то стали плохо кушать. Ну, конечно, приедем. Можем каждый вечер, кстати, да. Но надеюсь, что через неделю здесь уже будет не 10 человек, если останется, а уже будет 110. Поэтому как бы все в процессе, все это. Наоборот, все выздоровеют и зовут. Тут новые, понимаете, как это? Мы с другой целью сюда приедут. Значит, мы играем на гитаре и поем песни. Мы даже поем те песни, которые вы должны знать, какие. Поэтому не стесняйтесь, подпевайте. Вот, Василий Александрович будет между песнями какие-то слова говорить. Мы с ним договорились. Мы сегодня ему позволяем все. Я сценарий видел. Итак, перед вами на сцене клуб самодеятельной песни «Гулливер». Ордена Ленина кораблестроительного института. Ныне он Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Через год Корабелке исполняется сколько? 95 лет. Представляете? Поехали. Уже взрослые. Мы уже все взрослые. Мы
Летят десятки в регате, и кошатые весны большие дороги торопят долетать. Если вдруг сугробы снега отряхнули с крыш дома, и смеется солнце с неба, значит, кончилась зима. Если мчатся каравеллы по собойничьим дном, если всюду курьеры, значит, в городе весна. Приглашаем в свои ряды всех желающих. Вы слышали, да, песню? Принимаем всех подряд. Поэтому, если среди вас есть желающие попеть, научиться играть на гитаре, а может быть, близкие, внуки, дети, сестры, братья, приходите, мы с удовольствием примем свои ряды. Не далее, как неделю назад, видели, ты не уходи. Всего только неделю в коллективе, так или нет? Ровно неделю, понимаешь, и уже такие успехи. Прогресс. Просто в следующей песне он не участвует, поэтому вы не будете, как же там, не выучат слова. Ровно неделя. Да мне это уже все знают. Когда на суше не было в помине, ни
имея нам Балтийское и всех земных морей. Оно шумит, ропщет, загадочно шурша. Пусть море будет общим и чистым, как душа. И пусть всегда с рассвета до заката скользит благословенно и легко назло штормам Балтийская река. Свободная, как в небе облака, цепляет небо низкое за мачты на рове. Велено Балтийское и всех земных морей. Оно шумит и ропщет, загадочно шурша. Море будет общим и чистым, как душа. И чистым, 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 чистым. Каждая из наших песен есть глубокий смысл. Просим обратить на это внимание. Следующая песня. Смысл, я думаю, что вообще очень огромный. Это песня всех подводников. Василий Александрович, подпевайте. Мигва. Хотите? Гори. Можно из зала. Не пойдет. Я же должен показать, что я с одной палкой могу ходить. Капитан второго ранга Сапожников Василий Александрович. Вы с нами? Вы говорили, что нет смысла. И где мне? Сценар? Не запомнил? Юрий. Маечка. Приказ и билет на корму. Это значит, что скоро, ребята, перископы увидят волну. Перископы увидят волну. Субтитры сделал DimaTorzok.
уставая подлодка из глубины идет домой. Когда уставая подлодка из глубины идет домой. Так они, ребята, нам обращаются. Спасибо Василию Александровичу, спасибо зрителям, которые продолжают поддерживать. Вот, если кто-то знает песню, тоже можно выходить вместе с нами. Парусник мой белый, что мне с тобой делать? Утром встаешь рано, мне подыскать берег, где побывал берег, где Робинзон Крузо грел на песке пузо, миру задать перцу, не потерять сердце, и за любовь раться, значит, живем. Наши плывут челны, им не страшны волны, их позовет ветер, друга в пути встретить. А если нашел друга, то не страшна вьюга, и не страшны бури, хватит у нас дури. Бьет ветер глаза, рвет паруса, летит по свету, все в наших кругах, на облаках древняя планета. Бьет ветер в глаза, рвет паруса, песня летит по свету, все в наших кругах, это река, эти рассветы. Так она и называется. Стоим, друзья. Василий Александрович, первый. Александр Николаевич, второй. Да, лет сколько, Саш, мы пели назад с тобой? Лет 40 уже, да? Примерно же. Примерно. Около этого все. Отлично сохранились. Готовы? Да. Мы ее вот сюда напряжем, правильно? Oh, yeah.
Героев рыбачий, родимая наша земля, но радостно встретим героев рыбачий.